179, сборная Украины, то бишь, проиграли украинцы 119 тысячных балла белорусской команды и 79,063 в России, то есть наш проигрыш 235 тысячных баллов. Скоро тот, венгерская спортсменка на ваших экранах, исполняет композицию с обручем. Я должен признать очевидно этот сезон. Если прошлый сезон был сезоном Елены Ветриченко, а сезон 96-го года был сезоном Екатерины Серебрянской, то год 98-й – это год сборной Беларуси. Не кого-либо в отдельности, а всей команды. Вы помните, как неожиданно для многих, и тем не менее, в прекрасном стиле выиграли белорусские гимнастки чемпионат мира в групповых упражнениях. Это была единственная сборная, которая в многоборе в обеих композициях не допустила ни одной сколько-нибудь серьезной ошибки. И две серебряных медали в отдельных видах тоже, в общем-то, были вполне заслужены этой командой. Ну и вот сейчас вы видите Евгения Павлина, Юлия Радкина и Валерия Ваткина во главе, так скажем, с Ириной Липарской. Блестяще выиграли чемпионат Европы в командном зачете. И, насколько я понимаю то, как развиваются события на этом первенстве, неплохие очень шансы на попадание как минимум в тройку и у Евгении Павлиной, и у Юлии